Ведущая немецкая компания продолжает сотрудничество с предприятиями России. В связи с этим Республика Татарстан и компания «Siemens Здравоохранение» заключили соглашение о развитии стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как энергетика и финансирование проектов. В рамках развития указанного соглашения Казанскому университету открываются новые совместные проекты. Договоренности предусматривают целый ряд направлений работ, от апробации новейших разработок до создания профильного центра на базе Елабужского института КФУ. Кроме того, подписанный документ закрепляет право университета на проведение апробации в университетской клинике «Казань» мобильного оборудования компании «Siemens». А это означает, что с аппаратными новинками сотрудники и студенты КФУ будут знакомиться первыми. В чем и заключается договоренность о проведении совместных конференций, мастер-классов с привлечением ведущих специалистов отрасли. Аделя Шамилова, Универньюз.